перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет! Все, рано говорить всем привет. Пока не наберут, подождите. Пока всем пока. Гаси эфир, Миша. Включи Мазон, Димон. А он качает, нормально есть. Просто некомфортно, не слышно. Е-е, привет, Барнаул, вас дебил! Ра! Ребзи, набираемся, подсоединяем друзей. А вот это что за кнопка? А это кнопка, тебе пишут, хотят с тобой в прямой эфир ворваться. Понял. Но побреются, но они побреются, сегодня бреются. Нет. Дай мне, я буду Розенбаума петь. Да, пожалуйста. Домодедов здесь, Украина на связи. Я подержу стакан. И вам доброго всем. Мы сейчас 31 брайт сделали, йо-йо, добавляйте. Привет из Украины. Скиньте ссылку своим мамам, бабушкам, добавляйте все. Бабуля особенно, пусть качает с нами. Да. Миша, когда навьё? Навьё уже скоро. Вот он. Вот он знает, когда навьё. Вот он. Готовы, готовы треки. Здорово, пацаны. Приветствую с Харькова, фарту, брат. Здорово, Миха. Что так сидим? Тихо. Донбасс с вами, братуля. Ну, акули, Мишаня, сильный трек. Когда новый альбом? Не знаю, скоро, потом. Казань здесь, все заебись. Николай еще не узнает. Йоу, салют, с нами все будет. Илюха тоже тут. Ена, Димон, все с нами здесь. Ена мой барбер теперь делает отлично вообще. Вот, височки в следующий раз подровняем. Ну, я говорил, надо так вот. Да. Я всех рады видеть побрел, вообще. Бороду, Самара бороду, здесь. Бороду. Миха начитан. Железнодорожный с вами. Миха, да, начитан. Я в детстве Дюма всего, Пелевина, Стругацких. Ой, или будет называться. Кстати, томов 40 будет. Владивосток на связи, ребятня, салют с юга Украины. Здесь все с 25-17 будет что-нибудь. У тебя спрашивают, у тебя будет чай? Приезжаю в Смоленск с концертом. Чайные бега еще будут? Боже упаси, если только вы их организуете. Я опять опоздал. Блять, я вчера бежал один. У сцены в 10:30 стою, никого. Звоню, все спят. Роба. Здорово, ребята. Мишань, здорово. Вы будете были. Труднем будет, обязательно мы на связи. Мишань, передаю в Измайлову привет от души. Измайлова, привет от души. Тем более, я там был не раз и двигался. Оля Генда, привет, Кузбасс, с вами. Из Киева. Вы поняли, серьезно, Вадим Курнули не доехал, но он тоже с вами. Салам. Знамя, скоро вы его услышите. МС-1.8, я все-таки погуглил Аквал. Нашел, красавчик, молодец. Ворвался, значит, считаю. Курнули не доехал. Димон, чайный бега на века. Здорово, Димон. Из Гио Пика. Привет, ДНР, WhatsApp. Покажи серого, который советовал дышать чаще носом. Где его покажу? Он мне сегодня не хотел. Мне сегодня посмотреть в багажнике хотел, что там лежит. У меня все сегодня. Не сплю ради эфира. Одинцова с вами. Всем привет, спасибо. Илюха помолодел. Еще раз. Я всегда стремился убавлять года. 31-й прайд вошел в мою жизнь, и я помолодел. Да узнал, ты был старше. Комсомольск на Амуре, ждем. Здорово, Мишаня, Илюха, Геннадий и Димон. Когда новый альбом, Мишаня? Миха, привет, Сибири. Пока вращаются протекторы 2, давайте всем привет. Мы будем делать. Самых 3 каверзных вопроса. Если 3 вопроса по 20 секунд. 3 вопроса задай, которые, если по 100 рублей перечислишь, я стану миллионером. Салам, Ирам. Вам тоже салам. Не доехал. Вопрос посмотреть успею. Димон, что там с М-склад? М-склад? Он здесь. Всем здорово из Бишкека. От М-склада остался только гном.
Что, тебя знают в Бишкеке? Что, прикалываешься? Worldwide gangster shit! Парни, привет с Владивостока. Передай привет Андрею Крюкову и пацанам с Ангарска. Я знаю это Ангарска. В Ангарске, знаешь, Андрея Крюкова. Иркутск, Андрюха, держи краба. О, какие ребята, мир вам, пацаны, крутаны, просто огонь. Ангарск построили каторжане, кстати. Ты знаешь об этом весь город? Знаю, что такое фриро? Фриро. Фрайт дружим. Братва, пока с гитарой спойте не очень. Скажите, Казань, пятку намыли. Вот, очередь была хорошая. Что Казань? Казань нормальный город. Да, люблю. Ну просто знаете, да, вы помните, что 9-го мы стелим. И 22 декабря Санкт-Петербург. Вы спрашивали об этом. 22 декабря. 2 по 2. Янасэнь. Питер. Санкт-Петербург, красное дерево. Да. Ну, не знаю, в машине, может быть, день назад. В машине погнали все вместе. В общем. Парни, я боялся. Нюху как раз отмечу на сцене вместе с вами. Тюря забил. Красноярск с вами, чайная лига. Багаж. Два боя в рынку, две бой тигры. Скоро будет лютый мерч. Сам буду носить. Я уже жду мерч. Привет, Суфы, парни, Миша снова в деле. Привет, Сергею Посада. Парни, вы в авторитете, не то что эти. От Белгород, приедете. Я что-то пишет. Он что-то пишет. Тюка, скорее всего, нас слышит. Тигры, и ты будут, конечно, будут. Пишет что-то, наверное, там пишут. Вопрос. Привет, Сусурийска. Где? Просто. Всех вам благ во всем. Тигр, где ты был? Я в треках застелю. У меня такая же гитара, ребята. У нас один в один та же, похоже. Да это же просто, на самом деле. Зайди в комнату, по-моему. Ты заходи, забери гитару, что вы тут пишешь в комментариях. Не стоит. Пацаны, где вы были? Мы заебались, новое дерьмо, слушай. Вернули на интро, будет. На аутро. Да, он будет, конечно, он сделает. Сегодня просто нету. Курнули, пишет новый альбом. Мы, а может, сейчас попозже покажем кусок какого-то. Какого-нибудь трека. Я товарищ. Покажем, покажем, да, кусок какого-нибудь трека. Раз, да. Два, ну, в конце, конечно, премьер, если Михаил позволит. Лютая жара. Же замучен Михаил. Когда КД в здании всегда. Адрес. Жара. Привет, да. Парни, привет из Кривбаса. Привет. Вообще, очень серьезные люди. Не получится. Миша, Илюха, Димон, Гена в деле. Ай-я. Просто. Тройной шпляк. Я говорю, когда я был помладше, они делали вот эту тему. Та-дан, та-дан, та-дан. Да нет, не так. Да, а-ля да, гер, да. Ком а-ля гер, вот это. Ну, а-ля гер. И тоже было четверо. Ком а-ля гер, по два. Блядь, да я ору, чё. Гена протягивает целую. Блядь, ну это по-царски, конечно. Дайте по-царски говорить. По-ходу. По-братски. Нихо. Целуй. Блять, зачитай, бро, дай джазу. Привет из Обнинска. Новые треки будет выходить на iTunes, конечно. Фараон не с вами. Не, везде будут. Блять, фараон не с вами. Почему фараон? Блин, нет, он не с нами сегодня. Миха лучше, и нет лагает. По-любому вообще. Никто не изменился. Это 108-й. Походу. 108-й. 108-й. Не знаю, в Питере может быть 108-й. Походу бухой занес. Что занес? Занес, может быть, замес. А, да. Может, походу бухой занес. А, он нам гитару бухой занес. Все, бро. Мы да, бухой занес. Блять. Нормальная лопата. Ценим. Я считаю, все, можно чувак, потерять гитару, если. Солики лупил. Короче, ты если ты был. Эту гитару бухой занес, то можешь попрощаться, походу бухой занес. Здорово, братухи. Респектос вечный. Парни, вам респектос вечный. Черт, я даже не знаю, где это быть. Замоскворечный? Взаимно просто. Всегда. Крым рад видеть краснодеревщика в деле. Где Антоха МС? Парни, где Антоха МС? На сайте The Flow каждая третья новость. Привет, смотрите. Из Пугачева, привет из Рыльска. Всем вам тоже привет, друзья. Гена промазал. Где Рыльска еще? Оксимирон где? Здорово, парнишки. Из Ханты-Мансийский респект. Где? Блин, а... Пацаны, покажите вот эту он фотку. Он просто убрался. Покажите, блин, покажите блин, вот эту пошел, фотку. Пошел за пивком, да. Не знаю. Не просто понял. Всем привет с Украины. С Ханты-Мансийска, респект. Заполняйте еще треков. Миша, у тебя треки похожие будут бомбовые? Ну, конечно, будут. Конечно, будут. Они уже есть. Похоже будут. Вон похоже, там они вон в том компе. Димон не дает их еще. Нормально качаем. Вот эту, смотрите. Я просто приколю вас сейчас такой фигней. Это историческая тема. Привет с Донецка. Орехово здесь город или район? Вы просто скажите. Брокен Промис. Орехово, это город или район? Нарушенное обещание. Все в сборе. Нет, еще не все. Смотрите, какая фотка. Вот и видите,
этой фотки почти 15 лет без нескольких месяцев. Смотрите, в каком составе стоят эти люди. Не хватает только одного, который не доехал. А? Кошками колю. Беру и... А? Фон, будешь ловить? Да нет, пропущу. Это, блядь, не шутки. Что за книги? Хае Мишани, Рия Гена. Привет, здоровья вам и вашим семьям. От души отцы вообще всегда. Привет с Хабаровска. Ждем фит с Рэм-Дигой. Блин, очень ждем фит с Рэм-Дигой. Очень ждем фит с Рэм-Дигой. Респектуем пацанам Муковчане. Дига. Дига, Шама, наши парни. Тигры, Казахстан на связи. Ку-ку. Тигры, Миша в деле. Здорово, парни. Видели интервью Руста в Inside Show? Видели. Я смотрел. А зачем ты присоединяешься? Там нормально. Видели интервью Руста? Так, от всей души спасибо тебе, Миха, из Рязани. Почему именно тигр? Хоть вопросы здесь можем почитать. Почему тигр? У тебя лев там, нет? Это что я хотел здесь исполнить. Миха за фристайл. Минус 20 лет, убавь. Давай фристайл. Ладно. Привет из Балашихи. Гитару. Не хватает с вами одного парня, не хватает, но вы поняли. Передайте привет гному, очень ждем всех благ вам. Можно приглашение живьем? Гнома не хватает. Мишань, когда на Версус? Никогда. Кстати, гнома не было. Мишань, ждем в Чите Орехово. Что Орехово? Город или район? Есть город Орехово, уточните, район Ливы. Мишань, я смотрел. Назарик, смотрел. Общий привет. Крым наш. Миг, зачитай. Миша, мы можем, кстати, вопрос читать на этом. А сколько вам лет сейчас? Смотри, вот, смотри. Гена включил трансляцию. Здесь можно вопрос все читать, чтобы там тебе не обламываться. Ничего себе. Дендос подключился, огонь. Лайк не мехон. Когда будет тот трек с твоей тачки? Пару сердец отправь. Сейчас. Генчик. Погоди. Ой. Вон, погнал. Гена полетел. И даже Харри влезла. Слушай, все, я понял. Парни, вы лучшие, уважуха бесконечная. Привет из Киева. Моя бывшая сказала, вы вечнее вечного до бесконечного. Нормально сказала. Почему бывшая это, если она такие нормальные вещи говорит? Серьезно. В боте на гитаре, все в заборе. Здорово, в Королеве. Не гоняйте. Прайд, дружим. Миш, никогда. Альбом. Гранатин нужен. Лайк Виндосу. Привет. Паровозу. Привет. Из Одинцова. Кузбас с вами. Снова. Лова. Давайте, парни, блядь. Что скажете про интервью Руста? Я просто читаю, потому что пишут, прикинь, они пишут в рифму. Они пишут в рифму, они реально близкие. Слушай, давай ты мне подключишь, я покажу по этим ребятам. Чуть-чуть. По я этим помню. Ребятам? Так получилось, что прошло ровно месяц, нечаянно. Илюха заметил, что мы выходили в эфир в первый раз. 2 августа, в Ильин день. Когда олень в воду? Когда олень в воду настал. Это олень был Илья. Кстати, где мы сидим? Расскажем отдельно про это место. Это очень знаковое место. Здесь писалось... Все. Реально, просто Миха, поверни, покажи. И что здесь только не писалось. Вот примерно. Все третьи пути от ФМ. Примерно вот так, реально. Да, Димон даже не изменился. Тоже причесон, та же улыбка на лице. Наш пацан, правильно? На самом деле, я вас больше приколю, я удивлю вас, друзья. Мы сидели здесь почти все эти годы. Просто, ну, блядь, это... До записи было. Это сраный, блядь, контра, блядь. Да, причем наконец-то прошли и новое вышло. Вот. Пойду я покурю. Да. Конечно. Это на балкон или в подъезд? Какой балкон? Прикол, что он, да, Димон, он просто сидел за этим компом и делал все это время минуса. Знаешь, что я не писал куплет? Так. 7, сколько тебе минут? 6, 7, сколько в этом? С Королевым есть, да, Миша, когда альбом? Слушай, я здесь за... Братан, я здесь... Слышь мне, с опозданием, я не могу так...
придешь. А вот там нормально. Парни, вы лучше, уважуха. Бесконечный привет из Киева. Давай, давай. Ты просто здесь уже читал комменты. Сейчас будет очень много. Да, Мишаня, гол на Версус. Там порвешь. С Руставель общаетесь, не общаемся? Нет. Миха на Версус. Пожизненный респектос. Третий путь, 3. Мишаня, привет вам из Краснодара. Миша, привет тебе из Одессы. Когда будет свежий альбом? Салам из Башкирии. За 5 лимонов. Как вот это вообще? Да, как такое может быть? С кем надо? С Биг-Диком. Понимаю. С Капа совместно. Миша, привет тебе из Одессы. Привет из Краснодара. Всем привет. Слушайте, ребята. А Капа? Капа. Что читаем? Капа – это Method Man. Все понял. Салам из Башкирии. КА совместно с Трутнем. Скоро, мы надеемся, скоро. Трутня вроде в ноябре. Альбом. Респект ему большой. Вот, надеемся, к этому времени мы как раз сделаем. Здорово, львы, всем привет. Включай новый трек. Скоро сделаем, мы скоро сделаем. Включи новый трек, Миха, скоро включим, скоро. Привет, из Йошкар-Олы. Миха, давай бомбись, крутнем быстро. Мужики, вы лучше, всем салют. Главное, мы ждем всех на концертах. Ждем вас всех. Мы очень скучали все эти годы, скоро будет прикольно. Футболки, очень крутая идея, мне самому понравилось. Шапки, все будет. Набирал отец. Жаль не мой, блядь. Найдете моего, маякуйте. Мне нравится музон, который вы делаете, парни, очень качает. Но... Добавляется. Но ты выйдешь, чтобы сейчас не было гена этого. Да, зачем просто, чтобы лагало, люди писали, что тяжело происходит ситуация. Не слышно ничего, если ты будешь добавляться. Со Стасом Михайловым будет трек? Конечно, уже два записали. Но со Стасоном? Сейчас он выспится там и просто да, было про разведенок, а у Михи с этой тематикой не очень. Гена и Димон будут на сцене выступать с тобой на концерте в сентябре. Концерт, красиво, пацаны, концерт будет в ноябре, как бы, но тем не менее, ладно. Но в сентябре не будут точно не выступать. В каком-либо другом сентябре, возможно, мы будем тоже. Парни, вы яйца не крутите. Вы скажите людям, как есть. Вы будете Димон, выступать на концерте в ноябре? Да, я буду. Вот так. Будем все качать. Энгель с вами, привет из Балашихи, 12. Здорово, парни, с Уэстом будут треки, не будут. Привет из Киева, Миха, где футболочку купить? Я вам скажу так, скоро много всего интересного. Много всего интересного. Вдохнешь за микрофоном. Где футболки-то можно купить? Везде. Следите за соцсетями, за обновлениями и в группе. А, ну там, как только футболки появятся, все будет понятно. Стоп. В официальной группе «Красное дерево» ВКонтакте мы создадим для вас товар, и можно будет через админов заказать без базара. Я Буриме хочу первую футболку, чтобы мне досталось. Так и будет. Хочу белую и черную, пожалуйста. Так и будет. Я буду 12, везде выступать, 7. Всегда, везде. А я хочу большую просто. Тебе будет большая куртка. Здоровый пуховик до колен. Будет всего два размера, наш и твой. Спортивная сумка для зала 37 прайс. Сумку надо, а не футбол. Бро и бро XXL. Прозрачного попить. Прозрачного, вот, потому что матерские прозрачные. XXL это фигня. XXL это не надо. Ну, это такое, да, я знаю. Что, конина не рвется ли, злодяй там? Не скайфовались, это высшее. Надо не кислить. А ты уже все смексовался? Что пьете, Руставель или батя? Я пью... Не, мне уже ничего, там уже смексовано. Просто голову. Мишань, закинь привет Диману Водолазу. Диман Водолаз, закидываю тебе привет. Всем привет из Дегунина. Мишаня, салам, вам тоже салам. Гена Шкаф. Привет. Гена Рама, это новая хуйня. Гена Рама, да. Серьезно. Вижу, да. Когда насчет клипешников? Ну, мы работаем над этим. Сегодня скоро приедет режиссер обсуждать. Ой, все, родные наши лица. Салам вам из... Не успел. Мишаня, когда на Версус? Зачем на Версус-то хотят все время, чтобы... Руставели, батя, как ни крути. Че? Руставели, батя, как ни крути. Отключись на батя. Привет из Западной Сибири, шаурма у Лубаши. Ребята, обратите внимание на пацанов из Тагана. Лавка Чехова. Текстильщики с вами, респект. Текстильщики, Антон Чехов. Там Чемпиак. Гоняем. Здесь все. Илюха наставили, притча, огонь. Антон Чехов, конечно. Краснодар. Парни долго уговаривали меня отращивать волосы. Я решил, пока я не облысел, чуть-чуть все-таки поотращивать. Обожаю этого картавого парнягу.
Да. Гена. Мы его просто любим очень ценим. Гена Скидсу Тунс. Вы легенда многоточия. Да-да, у Гены в инстаграме. 0, 7, 8, 8, 7, 6, 6. Просто все, такая многонациональная тема. Прикинь, там было салам из Запорожья. Я просто как бы, ну, по таким впечатлениям, что палец даже стернулся. Ну что, запорожские татары, нормальная же тема. Салам, да. Чем гном позанимается? Чем гном занимается, да, я не знаю. Как Михалыч поживает, отлично. Забивает шайбу, получает награды. Простите, семью. Бля, что-то я нажал. Вон. Братское сердце. Что нажал? Не знаю. Вика, все огонь. Ты возьми у Гена телефон, читай там комиксы. Реально, это облом. Ты там камера. Спойте на гитаре, все в заборе. В заборе. Почему не в заборе? Все в заборе. Ребята, спойте все сами на гитаре в кабак и закажите треков. Натуре. На, вот тебе. Новый пошло. Владимирский централ, там 3 сентября. Ну, наверное, людям интересно рассказать про наши планы. Миха, давай. Как мы уже говорили, 9-11 в Москве, в 16 Тонах, и 22-12 в Питере, в каком клубе? Е-е, 9 ноября, да. Вот, будем Москва, делать новые, старые, качать. Я будут уже качаюсь, все. Я уже вхожу в ритм, все уже. Не курнули, к сожалению, не приехал. Ну, 5. Вот, будет много видосов, клипов. Вот. Уставший. Сейчас даже какую-то приколюху поставим. Я не люблю. В целом, мы снова здесь, снова вернулись, снова, надеюсь, эти святые стены не оставят нас. Я не знаю, но... Здорово, Мишань, респектос вам с Саратова. Мы были там, это было круто, не раз выступали. Саратовский. Миша, новый трек не очень, что-то долби в старом стиле. Блин, новый трек долби. Не очень, кто-то орёт, что он в старом, а кто-то орёт, что он в новом. Но он вообще ни разу не в новом, бля. Я просто не в старом. И не в старом. Я не контролирую процесс. Это просто... Миха валит, мы сами не знаем, Миха валит как надо, готов парировать критику конструктивную прямо сейчас. Честно говоря, идея у меня была просто, как давно не видели с вами, и, блин, скучали тоже, и хотелось в тачку залить трек такой, чтобы люди слушали и радовались. Поэтому так получилось. Когда загремел таз, я думал, минусовка стартует, когда фит в таз, и что признали, да? Да просто я размешиваю, у меня уже нормально висел. Мы тебя на пределе. Давайте в ЧОС отопляют по стране. Не в ЧОС по стране, так а чё, кто турменеджер, звоните, пишите, чё, без Б, вообще ворвёмся в ЧОС. Субутен фит будет. Гена Гром. Какой сок, Дим, ты чё? Да у меня брови урухнули. Пожалуйста, Юрию Чуприкову с днём рождения. Отнюхай. Когда в Олимпийском. Слушай, скоро, когда в ЕТБ. Я люблю пагость. Мой район, такого я не ожидал от тебя уж точно. Это веганский рапин. ТНР, салют, мужики. Украина, не думаешь концертом, пока не зовут, друзья. Корнем проснуться Гена, в земле прям. Гена Гном. Гена Гном. Давай охуеть. Мне писали такую хуйню. Гена, встань в рост полный. Вы что, прикатитесь? Гена Гном. Гена Гном. Братан, аккуратно, потолок, брат. Потолок, брат. Пиздец покоцал. Ждите от нас рисовку Гена Гном. Илюха Гром, я Гена Гном. Илюха Гром. Дома. Я надеюсь, у нас и Илюха, респект, уважуха. Это еще круче, чем Гена Гномов, потому что... Синие адепты. Синие адепты сторонного движа. Чего там парень? Блять! Блять! Пришли нам эту же тему, тоже хотим. Додо пиццу, да. Блять! Что это вообще? Здравствуйте, привет, здоровье, смотрите. Мы заберем. Человек, походу, знает, где мы живем, уже пишет передать привет, здоровье, смотрите. А, вообще... Он далекий, да? Мы еще ближе, чем я. Круто делаешь, братик, удачи тебе. Спасибо большое. Души Таганрог, салам летит, Миха. Я всячески так... огненный салам. Я вот, так я. Боюсь грома. Соя экспресс суши пишет. Походу объедал ты, браток. Че я сделал? Объедал соя экспресс суши. Че он сделал? Объедал. Все, что мы делаем, мы отвечаем тоже вместе. Потому что мы проект. Гена что побухивает? Глаза веселые уже. А Гена вообще грустный не бывает. Здесь если вы не новый бьете, трек бомба, это андер, таких нету. Илья под бухами. Нормально. Блять, что?
Вы чё, парни, как... Тюху вас... сюда! Откуда у вас такая информация? Так, Александром будут, как и раньше. Тихо. Мишаня, новый трек «Огонь» продолжает. Да, чё ты подбухан? Ника, обещаю, что сделаем все хэнтэн концертной игре. Будем стараться. Передай привет в Энгельс. Энгельс, всем привет. Ну, люди скрылись с нас, отключились, смотри, стало на 5 человек меньше. Ничего страшного, они всегда врываются вначале, потом видишь, что ты не на горных лыжах едешь, и не тёлку разматываешь. Я не из этих. Я на горных не умею, никого не разматываю. Я просто могу стелить под бит, и со мной нормальные люди. Ты нормально застелил сейчас в этот микрофон, нормально. Делай для бричек больше тем. Миха, что думаешь, сейчас про микрофон? Музон для бричек. Пожалуйста, пришлите референс. Будем рады, что есть музон для бричек. Да, будет там нормально. Давайте сразу договоримся. Миха, что думаешь? Присылайте биты для бричек. Респект из Кунцева и Давыдкова. Когда фит с Типси-Типом? Блин, честно, мы даже еще не знакомы. Давайте, надо увидеться с Типси-Типом. Новый трек звучит свежо. И бит. Вот, посмотри, вот. И бит. Вот. Как на воду корбит. Салам из Казахстана. Сэмсилы на связи. Сэмсилы на связи, реально. Новый трек «Огонь». Шли всех нахер. Ты прекрасен. Чай колу подливают. Привет, народ. Трек очень хороший, брат. Сок, это сок с колой. Ничего не пили. Отличный трек ждем, но я. Скажи шестой ответ. Блин, царство небесное. Блин, вот на этом диване это было сказано. На этом диване шестой отряд. Кстати, да. На этом диване. Это был стиль. Спрашивал его я. Царство небесное, Антон. Мишань, закинь салют Дэну Гангстеру. Салют, ты что, реально гангстеру? Гангстеры существуют, ты понял? Охуеть, как G-Funk, люди. Как относишься к Басте? Положительно. West Coast. Пацаны, да, слов, ништяк, мы... вот это вы замутили. А, это Миха, я просто... Делайте скриншот. Бывает такое, ребята, серьезное. Я сам в шоке. Я не верил, что это случится. Yeah. Ноябрь, столица. В ноябре качнем жирно, блин, мне уже страшно вообще. Я уже пластиночки подготовил, иголочки новые купил. Все, Миша, за здоровье боюсь уже. Миша, делай то, что чувствуешь, никого не слушай, твой стиль пушка. Я и так еле ушел, колени вроде работают. А как же дружба брутальца? Ну, да нормально, ты красавчик. Все здесь. Что с сайтом КД? Парни, что с сайтом КД? Все, не будем больше восстанавливать. А я скажу, зачем? Скажу, что с сайтом КД забыли оплатить. И теперь его какие-то люди страшные продают за большие 1000 баксов. Не буду покупать его. Продают тебе почему-то. Да. Причем, походу, Миха продает. Смотри, все такие там белые, а один я красный. Ты не красный, ты загорелый. Классный вообще. Ты аватар вообще какой-то. Натуре. То я что, приехал. Ребята, смотрите. Мамутики без шлема, погоняйте. Если у Гены крутой загар, вот лайкайте, пожалуйста, эту трансляцию. Нахрен эфир, если 90% вопросов нет ответа. Так а вы пишите помедленнее вопросы, парни. Отец гномов. Гена, пацаны. Первый альбом был сильный, второй вообще яд, жду третий. От души. Вот. Третий будет отвечаю, огонь. Третий пусть будет Кузьмич, разъедать уши. Пусть Кузьмич зачитает. Блин, ребята, только винил, только скретчинг. 50 рублей. Рэп, только труд, только рэп. Владик будет скоро. Скоро все сделаем. Смотри сейчас, как надо сделать. Опусти вот эту, ну, снизу вверх эту штуку, где связь с самолетиком. Теперь мне дозвонятся, она продолжится. Все, дыши. Так, привет, Секутск. Илья, помню, как ты пилил в 2011 в клубе «Позитивный чел», уважение. Всегда, отец, я помню, как ты качал, приходи еще. На Мишу КД, увидимся. Вот вы орете там. Выступали в Томске? В Томске я, кстати, ни разу не был. Я выступал. Это было круто, реально. Я выступал с 25-17, а Димон просто не помнит, он тоже выступал. Я выступал с русским. Я вообще много где не выступал, я не помню. В Омске, Салютую. Ну что, Михаил, будет навье, конечно. Привет с Краснодара, новые треки «Огонь». Братва с Хабаровска, привет. Большое вам ждем, часть 2. Привет из Калуги. Под шафе все крутотень. Каким шафе-то, елки, что с вами? Все на вейпах сидят. Только без интегрального хип-хопа, пожалуйста. Конечно. Интегральный хип-хоп — это моя стезя. Привет, интегральный скретч вам, ваш дом.
Привет из Минска, спасибо, что за трек. Эй, мусор не гони, ведь мы белорусы мирные люди. Ничего, ты вообще ничего не дало. Вы под чем, ребят? Под Монагой? Чего ты? Ну я не знаю, парень, ты эксперт. Ты эксперт. Под Монагой. По трансляции понял, что мы под Монагой. Походу, ни разу не пил Монагу. Пит со Слимом, Вадик просто сильно на другой этаж переехал. Мы всячески ему, кстати, привет передаем. Уважаем и ценим. Я иногда вылетаю на этот тупик. Мне у нас вылетело разок. Бывает, все нормально, все работает. Привет из Саянска, братцы. Вязники, Геннадий, привет. Вязники, да, Владимирская область. От души, оттуда близкие есть. Ну такой типа. Пиц Нагана бы сделал, конечно, уже делаем. Слушай, я так понял, Гена Гном, это приколюха, уже раз 30-й пролетает. Да, да, это есть такой прикол в сети. Она была старая приколюха. Гена Гном. Гена Гном. Мы ржали с тобой еще ВКонтакте в 6-м году над этой темой. Гена Гном. Было, было. Что вообще? Да не, просто орут, думают, что это один и тот же чувак. Гена Гном просто. Ты что там, знаешь? Я именно прикинул. Гном. Вы есть был такой белобрысый. Братцы, уберите шумы, у вас что, вентилятор там крутится? КД самый русский рэп. Это нормально, это не шумы, это музон. Где ты был, когда мне было настолько хреново, а? Соя Экспресс Суши. Где ты был? Это твой твоего текста, да? Читаните в эфир. Красавчик. Илья Желонов. Желон мой нигер раздудил. Сан, нига! Как там в Брянске погода, ее? Столько фитов будет на альбоме. Почему будем мы именно 12? Треков 12. Ну сколько же можно об этом говорить? Фит с Нагана бы сделал. Всегда. Кузьмич. Палыч. Семен Павлович. Прайд Мужицкий. Привет с Харькова. К нам когда-нибудь прилетите. Мы там были. Насколько я помню, там швыранули на капусту. Там один человек. Где? Ульяновск? Нет, Харьков. Харьков? Харьков нормальный, кстати. Я там был несколько десятков, мне кажется, раз. 25-17. Харьков! Я помню, там парни, на душе все. На самом деле мы у вас были там. Уберите шум, бля. Какой шум, отец. Это просто Димон дымит вейпом своим сам. Ребята, всем благ вам, удачи, Ревзи. Миша в деле. Залейте треки. Что скажете про солнце свободы? Залейте треки? Шум уберите. А вы скажете, а вы на доброй теме. Тиньков будет вас продюсировать. Были треки, мы бы залили. Алягер, ком алягер, блин, слушаю вас 12, и сейчас на 30. Раньше узнавал инфу о вас на каких-то сраных форумах, а сейчас вот вы сидите в прямом эфире. Специально для тебя сделали эфир, отец. Реально. Капу послушай. Бля, рад видеть всех, старая добрая компания. Привет из Восточной Тайги. Ждем в Казани. Мишань, привет, привет. Димон, тебя почти не видно. Спасибо вам, пожалуйста. Привет, Аленка, просим. Будет быть, Димон тоже здесь. Так, в общем. Мэтт Слейвен. Мы можем поставить, ребята, мы можем. Мэтт Слейвен. Да. Ты поставишь что-нибудь, вот то, что ты сегодня хотя бы, допустим, стелили. А может ты прям застелишь под этот минусок приглос на концерт? Прям сейчас живьем можешь. Приглос? Да, конечно. Помнишь? Нет. Не смогу не воспроизвести. Сейчас минутку надо собраться. Не, реально, да или нет? Можем включить тогда. Сейчас да, сделаем, конечно. А где? А уже включено? Нет. Почитай-ка пока комментарии. Ребята, 31-й прайд в деле. Михаил Краснодеревщик, эксклюзив специально для вас прямо сейчас. Давай вопросы почитай, Диана. Или ты или. Миша туда убежал так. А это что за. Это водичка просто. Новотерская. Нормально? Целебная, мне нравится. Если вы все рядом после распада группы, в ком проблема ясна. Уважение к вам. В ком проблема, типа, ясна? Да ничего вам не ясно, ребят. Не-не-не, парни, реально фонит, звук по шуму сильно мешает слушать. Вам мешает музон? Зачем так? Непонятно просто, мы в первый раз, поэтому. Чешешь без остановки. Чел меня не знает. Чел меня просто не знает. Включите что-нибудь из нового. Что пьяный, что трезвый. Типа сидим тихо. Здорово, мужики. Убойные компании собрались. Че, Миха, а Райд Стеди? Ты хочешь стелить, только ты иди сюда в кадр. Нади, я могу. Илюха трилогию верни. Ага. Так она сама не вернется. Как же круто видеть ваши лица. Я сам вообще радуюсь, вот они сидят. Я бы сам их посмотрел, но не могу. Мешаем все с футболкой. Я был так рад. Все в процессе. Сейчас все будет готово. Футболки, все дела. Все будет.
О, там Джонни C4, слышь, ворвался. Джонни, Сангу, компания бомбейшая. Джонни, мой нигер, заглядывай в гости. Там, по-моему, наши парни из Атачбины, слышь? Атачбины, МСК. Йо-йо-йо-йо, как дела? Насколько я помню, Иван пацана, да, зовут? Да. Иван. Иван? Иван, Элван. Элван. Миха, Рейдстеди? Братская обстановочка, бабки на шкафы с книгами. Круто, Миха, давай и Миха. Где Руставели? Оу, 100 рублей не приехало на счет, поэтому нет ответа. Кузьмич, не бухай, лучше кури. Ебашь, парень, ебашь, потомливый огонь. Ты че? Ты же не бухаешь, братан. Да-да-да, круто. Я не знаю, что они гонят вообще. Бля, буду достану билеты и буду на концерт. Не бухай, лучше кури. Бля, буду достану. Что там как было? И больше кури, что-то слушай там. Передачу. Слушай Кровосток и больше кури. Да, народ орёт. Ещё раз, когда? Клип когда? Сегодня мы узнаем, когда он начнет сниматься, этот клип. Вот. Да бухайте. Саня Синегор к нам доедет. Прежде удачи вам всех. Миха, ты готов застелиться? Серьезно, фристайл, мэн? Нет, воскрес. Серли Тамак тут. Пригласил, можно поставить. Даешь концерт на готовщик 20 лет. Ну можно, почему? Давай, давай. Даешь концерт. Включай. Хочешь под минус? Да, можно. Под минус, он хочет под плюс. Игуки, пиздец, или под минус, под плюс. Прошло. Под плюс, под плюс. Я не помню, как мы писали. С Геном? Мы утром записали сегодня. С Геном. Да, я записал. Не-не-не, ту часть, где Михаил приглашает в концерт. Конфликты. Какие конфликты? Нет никаких конфликтов нигде, ни с кем. Кого? Вообще, просто нет. Слушать, пожалуйста, незаметно. Томску привет. Гена, улыбнись. Илюха, верни трилогию. Сука. Даже бухать не надо, говорят, ты, говорит, бухай. Бухаешь, я ору, скажу в комментариях. Зачем мне бухать, парни, когда вот так угощаете? Просто пипец. Димон, а мы можем на вот этот вертик снять кадр? Я хотел бы один использовать. Как вот, типа, вертик снизу поднимается, либо балкон напротив балкона останавливается. Пацаны, когда интервью Дудя будет? Кто будет дуть все время, я спрашиваю, что я не знаю, что будет. Все, вы поняли? Рубай, это Димон. Вопрос, рубай, Димон. Ей, Димон, включай рубай. Фон. Тут немножко. Давай, Михаил, застели нам. Привет, еще есть геймер. Да, да, известный трек, че. 214 человек. Здорово, Миха. Че, типа, посидим тихо. Да ладно. Это да вчера переслушал, кстати, Гидрогаш. Нормальный трек. Да. Что-то я соскучился по Шилу, не видел. 9-1-1 снова. 9-1-1 снова. Миха, как ты это делаешь просто? Если вы все рядом после распада группы, в ком проблема ясна? Ты что, старый, что ты читал? Вы у Димона, что ли? Точно. А у тебя доходит. А мы не сказали, что мы у Димона? У Димона. Студия у Димона вообще. Культовая студия, ребята. Супер вообще. Не знаю, где как-то... Я помню, на первый и третий. Погромче, вруби, погромче, когда поставим. Да нет, не срослось. Не срослось. Мишаня, чтоб хотелось и моглось. Читай там, братух, почитай. Красное дерево в Москве. 9-1-1, снова в деле Pride, Pride, 2000 дней спустя мы мутим вайп, вайп, 16 тонн, и снова качает район, слова набит, как на воду корбит, и я правда не верил, что это случится, ноябрь, столица, все знакомые лица, дыхание ровное в тени, 5 лет и 2 года, Эстала Муэрте, со своими до гроба, не слышал за нас, самое время сейчас, драма на семи холмах, под лютый бит и бас. Мы ждем близких по духу. Я знаю, ты не переставал верить в братуху. 9-1-1, снова в деле Pride, Pride. Снова в деле, снова в деле Pride, Pride. 9-1-1, снова в деле Pride, Pride. Снова в деле, Pride, Pride. 9-1-1, снова в деле Pride, Pride. Снова в деле, снова в деле Pride, Pride. 9-1-1, снова в деле Pride, Pride. Снова в деле Pride, Pride.
общем, как-то так. Скоро все будет, парни. Будет совмест. Гена сегодня застелил так. Да. Что стены дрогнули. Так, Карим, здорово. Что за звуки от ведра? Сила русского духа. Что-нибудь вообще было слышно, Гена? Где вот... Все было, я думаю. Ассалам! Ассалам, прикольный. Ассалам! Нормальная тема. Залетает. Каждый на своей теме. Даешь концерт многоточие 20 лет. Ё-моё, парни, привет. Блин, мы же вообще... не можем это делать. Я, даже не я вообще не был многоточие. Я как могу за это говорить? Пиздец, сколько лет прошло? Не было, очень, не было, интервью давался и уже мне. Мотни вот так. Да ладно. Вниз, да, смотри сколько. Да ладно. Да, вот отсюда. Банда Слюберец, привет, да, слышно огонь с Кузьмичом, с Геной, да, норм, было слышно, спасибо. Меня качнуло пиздец, от души, значит, ты понял. Ну, мы делаем для тебя, значит. Гена будет читать. Гена так читанул, я говорю, Димон, может, ты поставишь или собирать опять там. Если да как не поставь, будем. Пусть оно будет, а потом все равно сейчас будем... Да не, поставим хотя бы. А оно недосведённое, давай поставим. Недосведённое, конечно, вы прям 10 минут назад записали. Какое многоточие, рад видеть, как вы. Ха-ха, Ростов с вами. Привет из Беларуси. Это 31-й прайд, не выводи под дым. С алкоголем тут на ты, только я один. Это катит, как котел, что кладет асфальт. Это пламя вижу я в твоих глазах. Руки в небо, от души, братва. Если палят с калаша, это не игра. От всего этого мяса пиздит пульс в груди. Внутри стреляет такая, держа меня в пути. Я когда-то упаду на плечо, но потом. Но пока еще я здесь, и мы поживем. Только Богу известно все наперед. От пеленок до доски нас всех прет. Хип-хоп! Снова в деле прайд, прайд. Снова в деле, снова в деле прайд, прайд. Снова в деле прайд, прайд. Снова в деле прайд, прайд. Ну вот как-то так. Красавчик, ей-богу, лютое мясо. Шикарно, охуенно, братцы. Снова в деле прайд, прайд. Снова в деле, снова в деле прайд, прайд. Гена реальный мужик, адвокат грома в деле. Гена, красава, огонь. Ты просто читаешь про себя, а мог бы читать всем вместе. Здесь ништяк. Стерли тамак горит. Это 31-й прайд, не попади под дым. Привет из КМ-63, огонь. Клип надо на него, четко. Кузьмич будет читать? Конечно, всегда будет. Просто всегда, конечно, конечно, будет. Его куплет. Пока Кузьмич, он будет читать. Попозже читанем его. Сильно. Вот, кстати, не факт. Нет, не в этом, сегодня имеется в виду. Не сегодня. Но он же есть, я его слышу. На этот виток я сейчас уже впрыгну практически без 5 секунд. Если что, смотри. Давай, салют. И все из-за вас. Ребят, там тоже привет. Перед его очередь. Спартак чемпион, дядя Гена. Качаем, качаем. Санго де Сау, будет фит. Димон, отдельный салют. Йоу, камон, ае-ае, как приятно слуху. Да, Сергей Перец. Красавцы, пацаны, привет, респект с Оренбурга. Спасибо за строчку. Миха, когда альбом? Ну, блин, получается... Ништяк. Вот он знает. Да-да, уже пора потише. Да. Как вообще слышно, скажите? Да, это что-то шаг. Давай, Кузьмич, что-то новенькое. Парни сами разберутся, на что им снятся. Клип не снимать. Творцы, красавцы, кидай. Кидай, Илюня. Так, минус бомба. Разъебите музлом. Пацаны, вырос на ваших треках. Второй альбом на репите, в машине слушал полгода. Про любовь включи трек по-братски. Все будет. Миха за Спартак гоняет. Салам. Кемерово требует. Ребята, вы лучшие. Привет из Волгограда. Где Тюка? Тюка дома. Слышно отлично. Так, Миха, передай привет Насте, бро. Всем привет. Дружный прайд. Когда в Владивостоке ждать? Слокдог, общаетесь? Слокдог, общаемся. Слокдог? Слокдог. Мы знакомы с ним. Красава. Общаемся, общаемся. Не единицы. Миха, студия 31 прайд. Работает только до красного дерева. Блин, красное дерево пишется у Димона. Студия 31 прайд разобрана. Стоит. Просто там Sony PlayStation и Dart. И все, и холодильник. Может быть, в нем даже есть напитки. Мишаня, уважуха. Кузьмич, почему МС-1.8?
Господи, ну хватит, ну прекратите. Это как у 25-17 спрашивают, почему 25-17, да? А почему 31-й прайд не спрашивают, ты считаешь? Спрашивают. Ну вот так вот. Все это, блин. 31-й прайд. Привет из Барнаула. Димон читать будет или только биты? Да будет он читать. Нет, просто куплеты, ну, не записали. Но этот куплет. Что не получается, я знаю. Написать, а напишу, читал, конечно. Там уже есть задел. Салам от казахов. Вам тоже салам, парень. Казахи, красавцы. Уважаемый, почему красное дело? Мишань, спасибо за молодость. Ну и тебе написано. Что, ты идешь? Школьники спрашивают. Передай привет группе Прайдон. Передай салам. Моя Саньку. Широкая спина закрыла все. Передайте салам Саньку из Семипалатинска. Салам Саньку из Семипалатинска. Семипалатинск. Один, почему 31 и служит это за герой? Димон лучший. Семипалатинск? Димон лучший. Дай лучшему. Этот яблочный сок. Ром, мы с тобой, с казахами. Мишаня, что с альбомом? Ну блин, получается, что он почти готов уже. А чего не смеются? Верьте ему. Ну, в смысле, он здесь уже почти готов. И вот главное, он, чтобы он был готов. Вот он, вот там, он знает. Вот внутри. У меня другая нужда, а именно нужно думать головой. Когда светит солнце, я жду луну. Павлодар с тобой, бро. В Астану когда? А что с Рустом? Никак примирение. Нет. Мы не ссорились. Мишань, да передай уже привет Аленке Поросенку от Легенды. Аленке Поросенку привет от Легенды. Когда выйдет, весело вам. Включите что-нибудь еще, парни. Ну да, мне самому. Пишет сосед с этажа выше. Пацаны, включите минус погромче, хочу навалить под него. Парни, вы лучшие. В каком месяце ждать альбома? 9 ноября выпуск альбома. Волгоград, Красноярский. Не, ну блин, 9 ноября какого выпуска альбома? Конечно, мы застелим новых треков нормальное количество, но в целом выход альбома 9 ноября точно не будет. Татьяна, в какой момент надо заканчивать прямой эфир? О чем? Через час он закончится сам, примерно часик идет. Да? Да, он там начнет. Ты увидишь таймер там. Друзья, скажите, вы не устали? Просто, может быть, не стоит? Кузьмич ебать заводной. Вы думаете, он бегает за спинами там уже с гитарой теперь, да, там? Давай я буду. Чебоксары с вами. В Казахстан залетай. На курил, пишу. За кого из вас там предал, блядь, скажите уже наконец. Кто кого из вас там предал, блядь, скажите уже наконец. Я всех предал! Я всех предал! Пацаны, пацаны! Пацаны! Обычно так и получается, они приходят, начинают вот это вот все исполнять, это очень я долго, вам так скажу. Это невозможно. Я здесь вам так скажу, да, примерно так и было все ты время. Ты цепляешь две минуты, когда классный текст, а в остальном... Ну просто сегодня проснулся, да, увидел фотку. Дай прикурить. Третьего пути вот этого, я офигел, реально. Миша, ты на Рому Зверя похож. Блять, Илюха, можно... снимите очки, я не говорю, вообще не похож. Чего можно приказ... сразу, можно сразу выключать прямой эфир, брат? Все. Почему? Ну, если хочешь, выключай, да, скажи парням. 40 тысяч евро, охуенен. Мне огонь на табак. Кстати, мы вместе даже как-то где-то пересекались. С Ромой Зверем? Я беру в городах, не знаю, на каких-то концертах. Ну, кстати, нормальный чел оказался, Рома. Инсайд-шоу будет и с Мишей. А будет, Мих, будет, если походу. Ты дашь добро? Будет, будет, да, походу будет. Мы уже раз что-то говорили про это. Зачем? Мих перед... А что, Мих классно рассказать, много интересного. Откопал кассету в шкафу, парень. Кассета, игра фуфло. Димон, респект за обычный понедельник. Фу-я-си. С Хосе Альваресом трек хороший бы вышел. Бро, бро, бро. Спой районы кварталы. Миха, только... Нормально ты смотрел. Убрал, блядь, за такую хуйню футболку, блядь, дают. Кто это? Сергей Перец, блядь, это кто? Районы, квартал. Да не похож ты, я бы дал футболку. Пиздец, блядь. Блин, не похож реально. Инсайдс расставали, смотрели. Я блядь, смотрели, уже отвечали. Ну что, вы потом будете говорить, что не отвечали. А честно. Салют, я вот на Илью похож. Кто-то на Илью похож, он говорит. Кто похож на Илью? Кто похож на Илью, скиньте... В группу я, знаете, ВКонтакте «Красное дерево» официально. Там, группа «Белок», там вокалист зовут Илья Черт. Это два слова, которые рядом вообще нельзя употреблять. Ладно. Группа «Пилот», Илья Черт. Илья, почему ты лучше, такой погонялся? Ты лучше, будешь. Трек «Света» и еще «Огонь».
Мишань, спой, в жизни так бывает. Ну что ты спой, что ты обламываешься? Прически, прически, как у сладеньких котиков, пацаны, без обид. Ты чё, а? А чё такое, чё-то против котиков имеешь, а? Что ли? Я у меня есть кот, и чё, пиздец, всё. Мишаня, почему тут Сэма 31 брает название? Мишаня, замути трек с бледным. Курнули, будет участвовать, ну, на альбоме. Замути трек с бледным. Блин, зачем? Бледному респект. Курнули будет участвовать. Будет обязательно. Поедете ли вы? Да замути его, знаешь зачем. Как Тимати в Сент-Тропе. Слушай, погнали, Штани, но в Сент-Тропе, но не как Тимати. Зачем? Парни, привет с Красноярска. Мишаня, Гром Кузьмич. Пушка до сих пор как подушка. Точно. Где М-сквад? Вон там. Дмитрий М-сквад, да, сказал он. Братаны, вы супер, хочу футболку как получить. Скоро можно будет купить или получить, или купить на концерте 9 и 22. Будем их кидать тоже. Миха, я, кстати, привез два диска, можно их разыграть, что-нибудь сейчас придумать. Хочу футболку как получить, возродится ли М-сквад. Илья, или пакуй мой чай, давай, не работаешь совсем. Кто-то, Илюх, на тебя погнал. Возьми, погонял, Илья. Чё, погнали? Возьми, меня? Погонял, Илья, ничего. Говорят, что ты чей какой-то банчевый. На кого-то. И чё, бля, дальше? Ему он не продает минуса. Не буду смотреть на моду, на сладкую моду. А, понял, да, понял, знаю. Привет, вот, смотри, не думал, он даже не соответствует, короче. О, да ладно, нифига себе. Ну, может, у тебя уже нет, а у меня остались. Вот так вот. Еще 7 лет назад заархивировал, прикинь. Вообще в неприкасаемый запас. Да ладно. Да. С Рамдигой замес бы лютый вышел. Дай бог все выйдет, как бы. Мне кажется. Тема с православным партизаном как раз и будет на футболке. Вот это и тема. Да. На первой. Че, да, ты не это? Так, ты слушай, а что с дисками после войны? Не, ну там один диск надо, он уже уйдет кому-то. А сегодня можно что-нибудь сейчас прям разыграть. Тему. Ты же говорил, кому-то он пойдет, там уже победил уже диск. Точно, да. Можешь разыграть сейчас, задать. Респект из Германии, КД, спасибо за все, очень за возвращение. Есть из вас атеисты? Антресоль у вас олдскульная, да. И книги там крутые. Конечно, да. Я оттуда брал книжечки, почитывал даже. Стругацких братьев. Все, поменял, антресоль не буду. Ты помнишь, я тебя брал братьев Стругацких? Илюха, как сам? Читал. Как сам? Я огненно, гораздо лучше, чем мог представить вообще. Вот, с парнями снова двигаюсь, и прям на душе тепло стало, все. Закрылся последний гештальт. Ученые против мифов, смотрите? Нет, пока нет. Это с Уиллом Смитом, который? Не знаю. Прикольно, так... если это он, то я смотрел две, говорят, две серии. Говорят, диск Казахстан. Илюх, давай придумывай. Как... вопрос, вот придумай какой-нибудь диск. Вопрос каверзный, чтобы на него ответили сюда прям. Нет, давай, подожди, вот тормознем для конкурса, который пройдет в официальной группе ВКонтакте. Мы проведем конкурс и диск разыграем там. Все. В официальной группе Миши Красный Деревщика ВКонтакте. Красное дерево добавляет. Второй диск. Фидок, отойдет. Я думаю, кому-то там. 5000-му подписчику, по-моему, футболку не идет. Я еще не отправил, но отправлю обязательно. И билет еще кому-то должен, все у меня записано. А что ты так... Гена, стесняшка. Говорит, что так обмяк-то. Да, он сильный такой. Так. А кроме Михаила, остальные... из многоточия. Спрашивает кроме Михаила. Да никого нет из многоточия. Многоточие 20 лет отмечает. Мы там. У него же нет многоточия. В смысле нет многоточия. Будет. Оно 20 есть, 20 лет отмечает. Еще больше. Без нас. Ну там был последний концерт. Илюха на косу в Волгоград. С ростовскими будут фиты. Кузьмич мне один тормозни листочек. По-братски Павлодар. Один диск Калмыкии. Привет из Брянска. Привет. Какие сигареты будешь? Ну какие вообще? Тисочек, второй диск отойдет. Ну, да, нет, оно-то есть. Почему? На диске поставите, сейчас автографы веселее будет. Но мы поставим, по-любому мы сделаем красиво. Нет, давай сейчас много подпишем, футболок, чтобы много вы увидели. Дисков. Есть маркер у тебя? Их распишется прямо сейчас, чтобы, ну, чтобы вы зафиксировали. Чтобы биковский специально купил для этого. Да, Миха, распаковывай. У Димона есть маркер. Маркер.
Кто готов, нет, тот на сегодня больше новостей. Нет, на сегодня больше новостей. Это биг-биг-хо-хо, мак-мак-кей. Нет, так, на сегодня больше. Нихера не вспомнили. Я извиняюсь, если уже спрашивали. Смотрели интервью Руста, привет и передайте Бардаков. Братцы, загоните футболку в Казахстан. Парни, просят задарить футболку. Казахстан, девчули. А какую футболку? Новую вы хотите? Девчули, новую будет. Еще не готовы. Новую не готовы, мы сами не знаем, хорошие или нет. Участвуйте, ребят, все участвуйте в официальных конкурсах в группе КД ВКонтакте, там будет много. И следите, и подписывайтесь на Мишин канал в Инстаграме, здесь будет куча интересной инфы, и мы будем разыгрывать много что. Еще. Помимо этого шапки планируете, еще всякие мишки, поэтому подписывайтесь. Где здесь писать, только если внутри? Я просто продажник, ничего не могу поделать с этим чаем с самым волчесом, базаром. Покупайте пуэр! У меня! Нет, у всех кроме меня, у меня самый любимый. Не согласен, про пуэр не знаю, но чай-то хороший. Да нет, Миха, кстати, заценил чай нормально. Я думал, Миха... Пацантре, передайте привет из Кучерявый в Николаев. Жду диск Родины, Казахстан, да, да. Павлодар. А мы-то здесь зачем? Делаем. Здесь красное дерево. Давай БУ футболку. Давай БУ футболку, понял хоть. Миша, будет шестой отряд. Блин, шестой отряд. Антоха, Царство Небесное, он погиб, поэтому не был. Михаил, помнишь, такой он съел этот трек у вас с вами был? Помню, недавно списывались, он живет. Давай. По-моему, в Лос-Анджелесе что-то. У него студия своя. Он съел где? В Лос-Анджелесе? В Нью-Йорке. Один раз съездить, наверное, посмотреть, все-таки можно. Миха, покажи татухи, это очень долго. Я накрутил, непонятно, что Димон Кучерявый. Слушай, говорят, что у нас вентилятор, когда, может быть, не знаю, наверное, с балкона кто-то ушел. Тут жарко, пипец. Снимайте кофты, Михаил, ответь. Что это? Не знаю, как можно получить футболку, иди с вашим автографом, у вас будет общая группа. Короче, впереди Гена сегодня будет говорить. На Сахалин, давайте, ребята. Левша? Нет, я правша. Какой пуэр лучше в чайной кастрюле? Мишань. Отлично. Мишань, когда воронишь? Тимон, так как? Когда воронишь? Как вы зовут? Все, иди все, подписали. Спасибо. Кому-то будет приятно, я надеюсь. Ответьте, пожалуйста, на вопрос про моды и бороды. С теплом вам из Бутова, братцы. Блин, Бутова это... Просто... Всегда на репите с ними шагал. Как сейчас с творчеством на твоих МС? Я, честно говоря, слышал последнее, но я немножко другое делаю. Я сейчас на творчестве так нормально в целом. Нормальный парень, я знаю очень давно. Миха, пожалуйста, пиши диск или футболку моему парню. Он вырос на твоих треках. Сейчас на строгом. Хочу сделать приятно. Будет очень рад. Пусть выходит и больше не шалит. Жаль, что я говорят. Михаил с Паростоком будет фит. Я надеюсь, да. Антон, пиши привет. Да, шумит на фоне сейчас. Она просто хлопнула. Шумит на фоне сейчас. Короче, я не знаю, что больно. Не-не, это кулер шумит. Он стоит, просто телефон стоит на пипитере специальной штуки здесь поддерживающей. И он внутрь. К сожалению, ничего не убрать никак от фон. Не делай с малашей, братан. Два Миши же здоровые, да. Говорят, бомба будет. Мне надо послушать, что он делает последнее, вот что-то как бы это. Другой немного, или сами слышите. Экскурсии по квартире планируется, нет. А где гном? Не знаю, но недавно виделись. Не, Димон, я думаю, записаться нельзя, да, Димон? Не-не, Димон, не, не, Димон на студии дома. Приватный парень. Приват. Издаем приват. Трек один сила. Это мечта, а не диск. Вот, Миха, смотри, через 2 минуты завершится. Прощайся с людьми. Вот. А, все. То, что я тебе говорил, час примерно. Ну, наверное, видите, управлять иногда. Так, обстановка Кропоткинская, шик. Так, Гидрогаш с Кровостоком все еще в тачке. От души вообще, ребята. Спасибо всем, что вы были с нами. Вот, будем стараться видеться чаще. 31-й прайд дели Димон, всегда. Михаил Краснодеревщик. Вот, я надеюсь, ответили кому-то на вопросы, что-то рассказали. Я скажу, что я сам лично. Да, все будет. Да? Да.
Сделай братский подгон, хит с сипсидипом, здравствуйте, будут треки в стиле биосфера. Ну, блин, мне кажется, не знаю, не скоро. Кузьмич, не замути чего. Просто совместно со Snoop Dogg'ом. Я спортсмен, сошел с ума, я бегаю за детей. Все, пошло все в жопу. Не работает, нету. Отказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Отказавшись перед Путиным, блядь. Где мои бабки, чувак? Где мои бабки? Мне кажется, оказавшись перед Путиным, меня сразу свернут копы. Вот так вот, и последнее, что я скажу, будет, блядь! Вот так вот. За что, блядь? Да, это не должно быть какой-то... Должно быть какое-то короткое слово, типа салам. Мика, 30 секунд, прощайся с народом, все. А, 30 секунд, Мишаня, красава. Всем привет, ребята. Сейчас трансляция прошел, 31-й прайд день. Спасибо вам, что были с нами, я... Скоро новый мерч, официальные ресурсы. Через час уже. Я...